Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Под прошлым роликом с обновлением мы набрали рекордное количество лайков. И с началом учебного года, с 1 сентября, я хочу попросить каждого поставить лайк, чтобы у вас был самый крутой учебный год, чтобы были только пятерки. Просто поставь лайк. Погнали! Ну, наконец-таки, я еду за своей тачкой на штрафстоянку, которая там стояла полгода, и буду забирать ее домой, чтобы она стояла у меня прям вот возле квартиры. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала! И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру Hustle Online. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь-то подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. Какая же игра стала плавная, какая же крутая. Даже на каршеринге поставили такие вот значки, то есть теперь у нас на тачке написано: заметили опасное вождение, обратитесь в поддержку. Блин, настолько это прикольно и классно смотрится, я вот прям в шоке. То есть, ну я вот тачечку взял себе, вот такую вот, для того, чтобы доехать до штрафстоянки, а там уже пересяду на свою личный автомобиль, который, ой, там на самом деле, ну крутой, прям крутой. И игрушка стала плавной, и прикольнее вообще ехать стало. Тут вот чуваки катаются, молодцы вообще, на суете чисто. А мы с вами уже практически доехали. Если что, ссылочка на игру будет в описании. Обязательно качайте и начинайте играть вместе со мной, потому что она действительно топовая и максимально крутая. Огромная карта и большое количество тачек. Она идет как на App, собственно говоря, iPhone, так и на Android. Вы можете в Play Market просто написать Hustle Online, и вы ее найдете. Все, короче, мы вот поставили тачку. Спасибо, чувачок, подтолкнул мой автомобиль. А теперь мы... Все, мы находимся возле банка. Теперь нам нужно просто оплатить штраф. Оплатить все штрафы. Они у нас должны быть, вот, штраф на сумму 500 рублей. И теперь мы можем забрать тачку отсюда. Теперь мы подходим вот сюда к красному, вот этой маячку, красной стрелочке, и забираем наш автомобиль. Посмотрите, что за тачка у меня тут есть. И это Lamborghini Huracan. Вот этот мощный автомобиль я купил и, собственно говоря, забыл его на штрафстоянке. Но теперь он мой, а мы его сейчас откроем. Как же я давно на нем не катался. Ё-моё, это просто на самом деле жесть. Давайте в него сядем и побыстрее отсюда уедем, потому что тут находиться так долго нельзя. Все, запускаем движок. И ой-ой-ой-ой, что за автомобиль? Lamborghini Huracan, который действительно такой максимально мощный и крутой. Я прям рад, что я его только что забрал. И теперь его нужно ввести домой. Все, ламбу забрал. Теперь ее осталось просто довести до дома, чтобы она стояла прямо возле моей квартиры. Но я уверен, что на ламбе это сделать будет в принципе несложно, потому что она действительно очень особо быстрая тачка. И любую скорость я могу на ней развивать и ехать довольно-таки прям агрессивно, шустренько и, главное, с комфортом. Да, главное не врезаться в вот такие вот значки, потому что если ты в них врезался, то, ну, придется немножечко скорость сбавить. Ну и также на ЖД-переездах нужно быть аккуратнее, потому что у ламбы подвеска-то действительно очень низкая, и мы застреваем. Опа, ну все, мы проехали и летим дальше. Поэтому, пока мы едем, я хотел бы задать вам очень крутой и интересный вопрос. Почему вы до сих пор не играете в Hustle Online? Ведь это очень крутая и интересная игра на твой телефон. И нет разницы, кстати, что у тебя Honor, Samsung или Huawei. Просто переходи по ссылочке в описании и качай абсолютно бесплатную и очень крутую игру Hustle Online себе на мобилу. И вообще будет все четко, потому что игра абсолютно бесплатная. В ней нет никакой либо рекламы, и ты можешь начинать играть прямо сейчас. Поэтому, пока ты думаешь, твои друзья уже играют вместе со мной.
обязательно присоединяйся ко мне, качай ее, она абсолютно бесплатная. Если что, я играю на 14-м серваке, подключайтесь именно туда и начинайте наводить суету, потому что в этой игре действительно большое количество профессий, персонаж, большое количество машин и огромная карта, в которой много чем можно заняться. Ты можешь быть как полицейским, как пожарником, как угодно кем, хоть просто гонщиком, либо доставщиком пиццы. В общем, есть очень много профессий, которые ты точно найдешь себе по душе. Я вот, собственно говоря, вот любитель покупать тачки, тестить их, продавать, перепродавать. Это, короче, такой перекупщик. И я думаю, что вы себе тоже что-нибудь найдете такое вот интересное. Поэтому обязательно качайте. Я уверен, вам она очень сильно понравится. Ну а также, чтобы сразу же получить крутой бонус в игре, ребят, смотрите, что нужно сделать. Когда вы зашли, над картой будет вот такой значок кубиков, вот таких 4 кубика. Вот, нажимаете на них, у вас открывается меню, статистика, бла-бла-бла. Вам отсюда нужно перейти в, собственно говоря, награды. И здесь в появившемся окне промокод вам нужно ввести промокод легендарный, вот такого TOIP, 3 больших буквы, ТОП. Вводите ТОП и получаете сразу крутой бонус. Так как я уже вводил, я не могу его получить повторно, но один раз вы сможете это сделать. То есть это не бесконечное количество раз, только один, но зато, в принципе, вы без проблем это сделаете. Так, я заехал куда-то в лес, в какой-то парк, вообще мне нужна дорога, но я вот попал куда-то вот вообще на непонятное место, и сейчас еще у меня ламба застрянет, и это будет вообще просто весело. Вот это я понимаю, вообще веселуха максимальная. И как-то теперь эту тачку еще нужно отсюда оттолкнуть, либо что-то с ней сделать. Ё-моё, я застрял на... Вот это я понимаю, в парке застрял. Фух, еле-еле выбрался оттуда. Я не знаю, каким образом вообще я залез туда в парк, как меня занесло. Но мне нужно ехать дальше, потому что я сейчас нахожусь не возле своего дома, а мне до него еще нужно действительно доехать. Ну и вот, наконец-таки мы доехали до дома. Я безумно рад, что мы все-таки приехали сюда. И теперь вот тут нам нужно припарковать нашу ламбу. Теперь мы пишем вот таким вот образом слэш-кар и выбираем парковку. Теперь нажимаем на кнопочку «Припарковать транспорт», и все, транспорт припаркован. Теперь она будет стоять вот тут. Поэтому, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Кодовое слово в этом ролике будет «Ламба дома». Все, кто напишет слово «Ламба дома», обязательно попадет в мое новое следующее видео. Ну а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Личи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем до скорых встреч!